Всем привет! Первый выпуск в новом году мы хотим начать с поздравлений. Желаем вам, девочки, оставаться такими же красивыми и благополучными. Пусть все ваши дизайны будут неповторимыми. И самое главное, восхищенных взглядов и комплиментов от второй половинки или мужчины мечты. Сегодня я представлю вам нашумевшую марку гель-лаков, которую не просто сметают с полок магазинов, а еще и оставляют массу хвалебных отзывов. А может потому, что гель-лак Харуяма, как и 700 видов покемонов, придумали японцы? Их технологии точно впереди планеты всей. Гель-лаки я заказывала в магазине Nail Strass. Ссылочку вы можете найти в описании под видео. В богатую палитру вошло более 200 оттенков, от классических до цветов с блестками различного калибра. К Новому году хитом у моих клиентов стала коллекция Glamour. Я выбрала 5 популярных цветов, и сейчас мы перейдем к их выкраске. Поехали! Вот они, мои 5 красавцев из коллекции Glamour. Давайте посмотрим, за что же их так полюбили девочки во всем мире. Флакончики с обворожительной барышней содержат в себе 8 мл гель-лака, которого хватит примерно на 30 применений. Стоимость вполне доступная, всего 250 рублей за штуку. Праздничный маникюр выглядит эффектно, а делается очень быстро. Я всего лишь растянула от кутикулы сразу 3 цвета – золото, серебро и синий. Базовое покрытие Харуяма позволяет выровнять и укрепить ногтевую пластину. Гель-лак совместим с базовыми верхними покрытиями многих фирм и держится превосходно до следующего маникюра. Открывает наш обзор, как ни странно, номер 2. Меня очаровал золотой оттенок густой консистенции с мельчайшими металлизированными частичками. Смотрится плотно уже с первого слоя. Густая консистенция подойдет для новичков. Гель не затекает под кутикулу и боковые валики. Номер 7 станет хитом ко дню Святого Валентина или в качестве дизайна новогодней игрушки. Камера не передаст приятный запах гель-лака, напоминающий аромат фруктовой жвачки. Японцам плюс за креатив. Главное, что он не вызывает аллергических реакций ни у мастеров, ни у клиентов. Третий в обзоре номер 10. Серебро с легким лиловым оттенком. Консистенция не такая плотная, как у золотого цвета, но 2 слоев вполне достаточно. Похожего эффекта можно добиться, смешав хлопья юки с прозрачным топом. Полимеризуем гель в LED-лампе 30 секунд, в обычный UF 2 минуты. Следующий красавчик номер 12. По мнению компании Pantone, самым востребованным цветом 2018 года будет фиолетовый, неоднозначный и загадочный. Если он вам тоже нравится, ставьте лайк. Под номером 13 чисто синий оттенок. Наношу 2 тонких слоя и полимеризую его. Перекрываю верхним глянцевым покрытием, еще раз отправляю в лампу и вуаля! 5 сияющих ярких цветов создают праздничное настроение, смотрится стильно и дорого. Подытожив вышесказанное, можно смело сделать вывод, что гель-лаки Харуяма – это беспроигрышное сочетание цены и качества, а также хорошего настроения. Девочки, если вы еще не пробовали этот гель-лак, то советую приобрести понравившиеся оттенки, чтобы пополнить свою коллекцию. А может, вы уже пользуетесь маркой Харуяма? Напишите в комментариях, как она вам. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали, и нажмите на колокольчик. Больше моих работ на страничках в соцсетях. А мы с котиком с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока.